В этом году в Степногорском регионе широко реализуется государственная программа «Дорожная карта занятости 2020». В рамках данной программы в поселке Бестюбет проведен капитальный ремонт в средней школе номер 2. Здание школы было построено в 1965 году, и капитальный ремонт в нем еще ни разу не проводился. И, наконец, в этом году Бестюбинская средняя школа порадовала и преподавателей, и учеников своим новым обликом. За 3 месяца была выполнена очень большая масштабная работа, где сделаны были во всех кабинетах, поменяли двери, окна и приобрели частичную мебель. Подрядной организацией ТО «Инвек» на объекте капитального ремонта было задействовано более 40 человек, из них 20 безработных жителей поселка, которые получили направление на участие в строительных работах через городской центр занятости. В Бестюбинской средней школе преподают 42 педагога, обучаются 625 учащихся. На сегодняшний день в дежурных классах обучаются 244 ребенка. Несомненно, школа после капитального ремонта станет прочной основой для качественного обучения учащихся в будущем.